как красиво все. Светло нельзя снимать. Когда светло снимать нельзя, это точно не знаю. Должно быть как в пещере. Че, никого нету, все. Ух ты, как тут красиво. Заходим все, заходим, трапезную. Батарея. Красиво. И заходим все. Наконец-то тут сюда будут братья сейчас лезть. Как мухи на мете. Заходим, заходим. Там тепло. Вот сюда бы еще сделали это. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в них, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами и благослови нас, даруй нам искать горнего, прости наши прегрешения, благослови наше собрание, Тебе за все хвала, Отец и Дух Святой, аминь. Аминь. Как у нас оказывается красиво и просторно. Кому-то спасибо Христос за батареи. Константин Георгиевич. Включайте быстрее. Михаил Петрович. Я никакого отношения не имею. Ну да. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, конечно, а тут суетилась все время. Да. Суетилась за суету. 5 баллов. Да. Сегодняшнее чтение. Первое Коринфянам святого апостола Павла, глава 4, стихи с 9 по 16. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. 9 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Слова, свойственные человеку скорбящему, или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков, одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти, то есть осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что вы уже воцарились, я могу заключить, что нам определено быть последними и как бы осужденными. Нам, апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы. Потому что наши подвиги так велики, что стоят и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов. 10 стих. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Толкование. И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их. Тогда как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет. Необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш. Но мыслить не во Христе недостойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушение. Опять вы славны и благородны, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию.
Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. 11 стих. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. Толкование. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть, на то, что вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив. То есть нас бьют, это говорит против надменных. То есть нас гонят, мы бегаем, это против богатых. 12 стих. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Толкование. Этим приводит в стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И, что говорит важнее всего, мы не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды, это значит хуление, то есть жесточайшая обида. Молим, то есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление, то есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. 13 стих. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Толкование. Что такое сор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют сором. Это значит и прах всеми попираемый, ибо попирать то же, что обратить губкой. Итак, апостол говорит, мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали как сор, не только вы, но весь мир и все люди, и не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должен быть христианину, заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. 14 стих. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Толкование. Не к постыжению вашему говорит, и не злым и ненавистным намерением говорю это, но как возлюбленных детей вразумляю, и не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что и оскорбительное, ибо это от любви, и не сказал «поношу», но «вразумляю». Как же не перенес вразумление отеческого? Кто же не перенес вразумление отеческого? 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что ж, скажете вы, другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я, ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слово во Христе приложил к наставникам. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Впрочем, хотя приписывал им, наставникам, более трудное, ибо такова должность наставника, но превосходство любви предоставил самому себе, объясняя, каким образом он, отец им, говорит, при содействии Христа я родил вас благовествованием, то есть не себе вменяю это дело,
как многие между вами, но Христу не сказал «я научил», но родил, указанием на естество, показывая любовь свою к ним и то, что они самые близкие ученики Его, как эту мысль выражает и во всем послании. 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Толкование. «Подражайте, — говорит, — во всем мне. Ни мудростью, ни богатством не превозноситесь и не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям. Заметь доброту сердца, он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания – это знак великого дерзновения. Богу нашему слава! Навеки аминь! Аминь! Дякую, Мишна! Наталья звонила, она всем поклон передает, мы пока не запретим. Ну, так все как бы... Людмила Степановна как? Тоже не может пока принять. Что-то делали операцию, делали, и все, и не могут. До того ходили, а теперь не могут. Стало быть, не очень полезна была операция, что ли? Всяко ну, бывает. Да, да. Может, кто-то мог бы заезжать и привозить что, не мимо. Человек сам решает. Нет, если я имею в виду, доводы не были? Не знаете? Ну, что, не говорите, не человек. Не были. Звучит не были. Гордо. А там, может, в эту не было. Сам решай. Не знаю. Там не закрыто вообще. Ну, понятно. Причину можно найти всегда. Да. Что с дроботами никто не знает. Да. Распали в очередной раз. Грустно звонить в 6. Ей на работе? Угу. Можно к тому, что добавлю еще к Коринфянам. Апостол Павел говорит к Ефесянам, 6 глава. Это он не первый раз говорит про посланничество, про посольство. А говорит так, с 18 стиха, 6 глава Ефесянам. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Это он говорит тогда, когда он в узах находится. Ну, в узах, это значит, что он в темнице находится. Там были цепи, и даже приковывали там цепями человека, когда надо было. Но апостолу Павлу была дана привилегия, как некоему по такой странной статье проходящему человеку посещение свободное. То есть к нему могли приходить люди, причем не один-два, тогда не регламентировалось, видать, а прям несколько человек, и к нему шли люди, к нему приходили люди, а так как он находился в темнице, то при нем обязательно должен был быть человек, который относился к страже темничной. Для чего? Для того, чтобы можно было фиксировать, что он говорит, о чем говорит, и потом это передавать выше по инстанциям. Ну, то есть человек в узах... Тем более, что он должен был судим быть самим императором. То есть император должен был вынести по нему вердикт. Не какие-то там судьи, которые потом придут и скажут императору, что ну вот мы посмотрели, там это убийство с отягчающими там или что. Ну и что, смерти? Да, конечно, смерти все. А другому, может быть, там какие-то рудники там и так далее. А у него было, как у Игната Тихоновича, 190 прим статья. То есть не убийство милиционера, а непонятная такая статья, что какие-то там действия, которые могли это, строй этот пошатнуть и так далее, но они религиозного плана. И здесь тоже у него было религиозного плана. И поэтому, когда это все передавали, то говорили там о том, что он говорит, а он говорил о Христе, о вечной жизни, о рождении свыше. И получилось так, что когда он говорил, в конечном итоге, он же два раза был,
то одна из кузин Нерона взяла и уверовала во Христа. И прям по полной программе, как говорится, крестилась и так далее. И начала уже среди высшего сана, вокруг императора этого, говорить о Христе. Ну и в конечном итоге, когда там произошло возгорание этого Рима, ну говорят, что там Нерон поджег, ну в общем непонятно. Сгорел Рим, и нашлись такие, которые указали Нерону. Христиане, говорят, вот видите, обратили же эту, как-то они ее, колдуны. Они хотят вообще всех нас превратить, и чтобы мы только какому-то их богу, там плотнику поклонялись, умершему, и все. И получилось так, что тот, кто должен быть дальше всех, которого должны судить, оказался ближе всех, как посол Господа при дворце царя Нерона. Вот так получилось. Поэтому вот я немного вам объяснил. Вчера это место писания было как раз на занятиях. И сегодня вот мы тоже попадаем на него. Прости, Христос. Татьяна Александровна, что? Не знаете? Не знаю. Как Любовь Петровна? Она же выписалась из больницы? Она дома. Она дома. Угу. Настя Престарча. Так, ну по Львову известно, они туда в другой храм, Антонина тоже в другой храм. Антонина не звонила, да? Кто еще, кого мы не вспомнили, кто, кого у нас нету? Ну, Загуляевы. Загуляевы поехали. Ну, а те Загуляевы старшие в Потеряевке. Да, ну вот помните, что о молитвенной поддержке, если никто не знает про молитвенную поддержку, не участвует в ней. Дмитрий Плотников прооперирован на сердце. Операция очень серьезная. Хотя там вроде как радужные надежды, что у него первые сутки он там хорошо поправляться стал, написали. Но это так, ни о чем практически, потому что такая сложнейшая операция. Там осложнения могут наступить в любой момент. У него там что-то через месяц, можно сказать, уже так, что более или менее благополучно, ну, все да. Прошло. Сколько ему лет? Ну, 60, наверное, нету еще, но где-то там. Вот, помолитесь о нем. А рабе Ольге из Осинников помните постоянно. Еще моя сватья Ольга тоже находится в больнице. У нее там ситуация очень сложная. Пока операция отодвинулась, уже прошло практически неделя, прошла, да. Пока без операции, да, может быть, да, что пройдет. Ситуация такая складывается. Еще она, так... она верующий человек, она в Старобрядцем ходит, отца Никола. Еще есть Екатерина Можина такая, она в Содружестве, но мы как бы с ней знакомы. Она сюда приходила, молилась с Галей. Она ее снохи, как они, снохи, да, называются? Ну, брата ее жена, Галиного брата жена. Галина сноха, да. Она и заловка. Да, заловка, да. И вот они переехали, и вот сейчас, чтобы там к зиме сделать им, там дети же у них, чтобы там, ну, где-то взять средства, там, окна. Переехали на новое место жительства, домик купили, да. Какой-то такой хороший, ну там 14 окон, и вот им надо вставлять их, и, чтобы к зиме было, они там ветхие уже все эти окна. Просят. Ну, люди устраиваются. А у них это, у них там квартира, и они как эти дольщики, и убежали инвесторы эти. И они влетели по полной программе. Тоже это такое дело. Ну, у дочери тоже пока с квартирой. Вроде как обещают, все обещают, и все. Теперь уже сентябрь-октябрь, ну не знаю, как будет. Да, ну зато собрали собрание. С великими там, со всеми главами всякие там, хвалили себя, что они там от банкротства ушли, что вот они там опережают график сдачи. Ну, в общем, такая ситуация. Так, еще, да.
Любовь Петровна вчера мне звонила, конечно, это несущественное. Она предлагает 3-литровые банки. У нее их много. Выбрасывать на улицу ей жалко. Если у кого есть надо, да, взять, то придите, у нее возьмите. Так, еще у кого есть? Расстается она со всеми делами. Куда нам будет работать? Своя машина. Потерявки там ничего нового. Там написал Володя Пащенко, что ему отдали, вернули ему и ноутбук, и камеру вернули. Но дело еще не закрыто. Пропилы вернули, не знаю. Пропилы нет, не написано было, не сообщили. Да все вернут постепенно, все отдадут. Дай Бог. Слава Богу. Дай Бог. Да. Так как это административная, а не федеральная территория, так что слава Богу. Еще у кого есть слово? У Елены всегда слово есть. Простенькая такая песенка. Дождь долго шел. Дождь за окнами стучит, дождь, которую неделю льет, все не перестает. Слез, слез, мы просим у Христа слез, омыть свои грехи всерьез, но нет их, вот вопрос. И вновь на улице идет дождь, природа плачет день, ночь, а мне и о тебе. Все, все, прости, Господь, грехи мне, чтоб чистой стала я вполне, прощенье подари. Там-там, за высью облаков сам, прими в небесный свой храм, спасеньем одари. Дай-дай, войти в небесный свой край, детей своих не отвергай, с собою сочетай. Еще у кого слово есть? Потом на собрании озвучим. Песня? Все, что поем? Конечно, можно спеть. Давайте сейчас поем. Давайте. Манит сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христианин. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, утоляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует спасение, мир и радость без меры, и второе рождение.
рождение. Только искренне веруй, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Ну вот так мы постепенно перешли ко второй части нашей программы песнопения, а дальше трапеза и занятия. А помните, как начиналось, Игнат Тихонович, когда все сидели на собрании, пели, записывали, пели? Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих также, просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном во Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов попия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо. Оставайтесь на занятиях.